Десятки разбитых машин, собранные в одном месте. Такую картину каждый год показывают водителям, стаж которых совсем небольшой. Именно эта категория чаще всего становится участником ДТП. На экскурсию пригласили студентов Заинского политехнического колледжа. Многие из них уже имеют права. У меня стаж год 3 месяца. Сегодня побывал на штрафстоянке. И все, что увидел, стоит задуматься. То, что не стоит рисковать и соблюдать ПДД. Студентка колледжа Анастасия Янькова пока еще не водитель, но в любом случае участник дорожного движения. Так что экскурсия тоже впечатлила. Сходить стоит, посмотреть, что случается в случаях несоблюдения правил дорожного движения. Водителям и не водителям на спецстоянке показали последствия ДТП. Многие автомобили стали последним местом жизни тех, кто находился в салоне. И чаще к этому приводит беспечность. Каждый день на стоянку привозят по 2-3 автомобиля. И некоторых это уберегает от более тяжелых последствий. Праздничные, конечно, у нас больше закрывается, а будни меньше. Ну, в основном закрывается без водительского удостоверения, нетрезвом состоянии, ОНС, управление. И у нас закрывается, значит, следственный комитет закрывает, уголовные дела закрываются, УФБС закрывает. Вот мы это все это автомашины охраняем, опечатываем. Основные виновники ДТП – это водители со стажем до 2 лет. Их доля в общем количестве ДТП составляет около 40%. Елена Маврина, Денис Сипатов, новости Заинска.